Сегодня я хочу показать вам несколько опытов с водой. Для первого опыта нам понадобится 2 стакана. Нальем в один стакан холодную воду, а в другой горячую. Стакан с холодной водой мы поставим на тарелку. На горячий стакан положим краситель. Мама. Положим карточку на стакан с горячей водой. Перевернем его. Вы увидели то, что карточка не падает, даже если мы не держим. Это происходит от того, что давление внутри стакана меньше, чем снаружи. Теперь ставим стакан с горячей водой на холодную. Аккуратно вынимаем карточку. Мы увидели, что вода не смешалась. Это происходит от того, что холодная вода стремится вниз, а теплая вверх. А теперь сделаем все наоборот. Мы видим то, что вода смешалась. Для второго опыта нам понадобится пластилин и спички. Пластилин прикрепим на тарелку. А теперь на нем установим 2 спички. А теперь попросим взрослых поджечь. А теперь накроем банкой спички. Мы увидели, что вода поднялась. Это происходит от того, что внутри банки давление меньше, чем снаружи. На этом мои опыты с водой закончились.